Йо, всем привет, с вами Стэн Лютер, и сегодня мы пойдем на свалку. И чуваки, чтобы вы знали, сколько сейчас время, сейчас даже 7 еще нету, смотрите, сейчас уже 6:50, до начала осталось 10 минут, я специально для вас решил встать пораньше, потому что утром не так много народа, 250 онлайна, потому что когда я сюда приходил вчера вечером, в 5 часов, ой, в 7 часов, то тут капец, что творилось. Я надеюсь, что хотя бы утром будет меньше народа, но насчет машин я ошибался, их как людей было много, таких и осталось. Но, по крайней мере, буду надеяться, что получится купить хотя бы одну машину из всех, что здесь окажутся. Ну, посмотрим. С той стороны тоже могут быть машины. И когда закончим торги за машину, либо я посмотрю, что ничего не получится, можно побежать здесь и поискать всякие драгоценности, потому что народа не так уж и много. И вот, допустим, насчет всякого мусора, который можно тут найти, я думаю, что здесь намного больше шансов есть. Все, чуваки, все понеслось. Я сразу же вижу Бэху. Что там еще есть? Не могу понять. Там еще спереди какой-то Мерс, походу, есть. Очень интересно, надо успеть только бы. Да, это у нас лупатый. Ну, давайте пойдем за лупатый поборемся, хотя тут очень много народа. Очень интересно. Ну, ладно, давай пойдем. Там еще есть Ешка, но там тоже очень много народа. Интересно, я не знаю, сколько за нее можно дать. У нее очень много износа. Я вообще не знаю. Ну, она на Булрынке стоит где-то 450 тысяч в нормальном состоянии. Но я думаю, до 250 тысяч можно поднимать. Вот бы у всех багнулось, и никто не смог бы подойти и купить у меня. Нет, вот пару человек все же может ставить ставки. 130 уже, я не успел описать, как уже ставки. 140. Ну, давайте 150. Что-то ставочки у нас уже слишком большие. Но я все равно хочу попробовать его купить, хоть и задорого. Я что, зря в 7 утра встал? Чуваки, не сходите с ума, вы поймите, сколько они БУ стоят, и что тут 80 износа. Типа, не теряйте голову, по-любому. Смотрите, осталось 10 секунд всего лишь. Я, походу, возьму за 170 тысяч. Главное, чтобы Данил не перебил. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Есть! Я его купил за 170 тысяч! Да, замечательно. Так, а где он у нас находится? Ладно, я его потом поищу. Надо посмотреть другие тачки, если остались. Но мне кажется, что они уже закончились, даже там. Так, там в самом конце еще какая-то машина была. Очень, блин, чуваки, я не знал, что мне так получится легко купить тачку. Я вообще рассчитывал максимум там на 250 дать. Так, еще одна. Так, у нас тут Нива. Надо Ниву купить срочно. Так, вот, значит, тут мой Мерс находится. Окей, я понял. Так, как сюда допрыгнуть до Нивы? Так, сколько у нас? 20 тысяч? А, видимо, там все отменилось. Ну ничего, давайте войдем. Так, давайте. 22, раз, два, три. Все, погнали. Ой-ой-ой, смотрите, я падаю с Нивы. Главное, чтобы у меня сейчас баг не сработал. Так, ставки у нас дошли до 50 тысяч. Тут уже человек с диглом, я начинаю нервничать. 70 тысяч ставим. Я не знаю, я попытаюсь все равно до конца торговаться. Потом, чуваки, мы возьмем эти две машины и попытаемся их перепродать на Булрынке. Я не знаю, что из этого выйдет, но, по крайней мере, я знаю, где я буду брать себе машины, когда буду начинать играть с нуля, потому что они тут, ну, реально намного дешевле. Интересно, как страдает от этого Булрынок у нас. Ну, реально очень интересно, потому что, ну, появилась новая партия дешевых машин, и явно какие-то изменения будут. Чуваки, а на БУ стоит столько без износа, не тупите. Я же говорю, мне надо за любую цену ее забрать. О, смотрите, пару секунд осталось. Все, я ее тоже купил. Я даже не заметил, что, оказывается, я ее купил. Все замечательно, у меня есть две машины. Так, сначала мы еще побегаем, поищем какие-то здесь всякие реликвии. После этого лишь мы уже переступим к остальному. Так, я не буду сейчас сам искать, я лучше буду подходить. Так, что это у нас? Ящик с патронами. А, давайте еще что поищем, потому что, как бы, эта тема, я бы хотел себе патрон, но там слишком много народа, и мы потеряем там очень много времени. Можно пока что поискать там, ну, допустим, аукцион за телефон Nokia. Нет, это тоже неинтересно. Золотые 2 рубля, вот это уже поинтересней. Так, 50 тысяч, давайте начинаем. Значит, какая наставка, 50 тысяч? Я чё? А, я испугался, что сейчас я не смогу участвовать. Ну, давайте 50 тысяч, раз, два, три. Смотрите, я поставил 74 тысячи рубля, и никто не повышает. Мне такое чувство, что они просто случайно вышли с аукциона, либо что-то такое. Ну, очень странно, смотрите, еще 13 секунд осталось.
И либо люди понимают, что это очень дорого, но мне что-то кажется, они по-любому бы повысили, но очень странно. Так, 5... Опять пару секунд остался, повысили. Вот гад, а. 74 тысячи. Вот на 700 рублей прям повысил. 76. Раз, два, три. Так, 6 секунд опять осталось. Опять кто-то перебьет на последней секунде. 3, 2, 1, 0. Все, я купил. Так, выиграл. Этот предмет в антиквариат. Чуваки, я вам сейчас скажу, сколько он стоит. Он в антиквариатном магазине стоит 47 тысяч рублей. То есть зря мы повышали ставки. Начальная стоимость была 40 тысяч. Короче, видите, минус на 30 тысяч. Поэтому я же вам говорил, не повышайте ставки. Так, что у нас тут есть? Ну, слушайте, мне не жалко этих 30 тысяч, что я потерял на этой монете, потому что, ну, мне всегда было интересно, сколько эти всякие золотые рубли могут стоить. И теперь я понял, что не надо тешить себя иллюзией, что они могут там стоить, ну, реально очень большую сумму денег. Ну, ладно, суть не в этом. Давайте посмотрим наши машины, которые мы сегодня выиграли, и сфоткаем их. Так, мне их еще надо как-то очень интересно поставить. Так, давайте сначала возьмем нашу Ниву. Смотрите, в каком она состоянии, прям аж страшно. Так, я хочу напомнить, что я ее, кажется, за 74 тысячи что такое взял. И что у нас? 81 износ, 410 тысяч гос. А, ну слушайте, я взял ее меньше четверти, то есть я дешево ее взял. Интересно, а тут я могу ее припарковать? Да, могу. Сразу вам, чуваки, хочу сказать, что у меня выйдет потом вторая серия, как я эти машины буду продавать на БУ-рынке. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить эту серию, потому что не всегда приходят уведомления. А если вы будете иметь колокольчик, то обязательно увидите, за сколько же я смогу продать эти Мерседес и эту Ниву. Конечно же, если увидят эту серию очень много людей, то очень много людей появится здесь. Может быть, я не знаю, но слушайте, мне очень интересно, я хочу с этим поделиться с вами все же. Так, Мерс у нас аж прям глохнет. Главное, чтобы двигатель не сломался по дороге. Это самое главное. Документы на транспорт 74 износа, госстоимость 780. А я ее взял, сколько там, 170 или сколько, 180. Короче, чуваки, я прям очень дешево их взял. Все, ну слушайте, это прям очень классно. Чуваки, вот такая вот у нас сегодня серия появилась. Я сейчас приму всех своих подписчиков к себе в банду. Обязательно ждите вторую часть, где мы возьмем эти тачки, конечно же, починим. Износ мы убирать не будем и продадим их на БУ рынке. Всем спасибо за просмотр, друзья. С вами был Стэн Лютер. Если на этом реально можно зарабатывать, то я буду частенько снимать эту рубрику, как будни перекупы, такие вот это перекуп со свалки. А вообще эта тема для новичков, я обязательно буду пользоваться этим шансом. Все, ну не забывайте еще про контейнеры, то тут сейчас все сюда сразу же придут, на контейнеры перестанут ходить, а на контейнерах там, ну... Но если здесь вот большие риски из-за того, что большая популярность и ставки бешеные, то на контейнерах все утихомирилось, и там реально сейчас можно зарабатывать большие деньги.